Туве наступил год желтой земляной собаки. Новый год по лунному календарю – Шага. Канун Шага, как и канун Рождества или Нового года – время особенное. Все в предвкушении большого праздника, долгожданных встреч, приятных новостей. Издревле Шага считался границей прошлого и наступающего года. В это время было принято отдыхать в кругу семьи, ходить в гости, играть, общаться. Традиция эта сохранилась, только теперь Шага носит статус государственного праздника. Для всех гостей и жителей Кызыла на площади Арата организовано большое театрализованное представление с участием известных артистов. Национальный ансамбль песни и танца «Саяны», заслуженные артисты Тувы Омак Оржак и Сайлы Камун, а также Ишкинаглу, студия Тыва, ансамбль «Насилал» порадовали творчеством своих земляков. Приветствовали собравшихся на площади 12 символов восточного календаря – тувинский Дед Мороз и его внучка Аккыз. В программе также молитвенные чтения, народные игры, танцы, инсценировки известных легенд и преданий тувинского народа.